10 июня, где-то 11 часов. Ну, прохладно, что-то солнышко не выглядывает. Я одел 3 майки, потому что у меня кофт нету, чтобы тут поработать немножко, порезать живность немножко, очистить. Хозяйка здесь сажает огород, вот, вот такое вот растение. Я уже траву покосил, вот эту вот, везде прошелся, покосил. Осталось теперь кое-какие кусты подрезать. Вот эта косилка, он сейчас снял леску, потому что я косил траву вот этой вот леской. Теперь он посадил вот такую вот пилу. Сейчас можно с ней уже резать более толстые деревья. Вот его мастерская здесь, много чего. Рубанок электрический. Тут что-то еще какой-то станок. Там у этой машины батарея сдохла, потому что они вчера уже с ней возились. Приехали и не заводится больше. Проблемы уже были пару раз. Втыкаю ключ, а экран мигает, моргает такой. Я сразу говорю, это, наверное, батарея. Он говорит, нет, батарею заряжал, показывает полное. Повозились, проверили статор, ничего сюда, провода, все проверили, все нормально. Предохранители проверили, все нормально. Я позвонил своему механику в Манитобе. Он говорит, ну, попробуйте подсоединить машину, вторую поставить и перекинуть провода. И она завелась, значит, батарея. Все, батарею сняли, он поехал сейчас в город покупать новую батарею. 11 июня. На улице холодно, я не выхожу. Вчера мы много работали, траву косили, пилили ветки, натаскались, надергались. У меня плечи, руки болят, потому что я некоторые растения с корнями выдергивал, болят плечи, поэтому сегодня отдыхаю. Хозяева уехали на базар, короче. На улице где-то градусов 16, прохладно. И в доме вообще-то тоже прохладно. И вот тут у них есть такая комната. Здесь прямо это, как в бане. Я только что открыл, потому что я замерз, лежу все время. Интернет смотрю, там что-то еще смотрю, пользуюсь. Короче, здесь все покрашено черным. Это первый хозяин, когда строил, он сделал так. У него также в другом, это где мастерская, там на крыше такое же. Для чего они это делали? Там в углу вентилятор стоит. Он включается. И это, если в доме холодно, он в дом гонит теплый воздух по всему дому, распространяет. 12 июня, 9 часов утра. Вчера уже начал здесь возиться. Не закончил, осталось немножко. Последний хозяин здесь я вырезал вот этот вот кусок крыши этой здесь. И у него здесь что-то было, мешала, наверное, большая техника что-то. Вчера я прикрутил, убрал это вот. Был прикручен такой навес небольшой. Убрал, прикрутил эти доски. И сейчас буду нарезать вот эти вот куски железа такие вот, которых не хватает, и прикручивать. Спустя 2 часа закрыл дырку на крыше. Как долго это было? Ну, нарезать недолго, а вот сверлить дырки и прикручивать этими шурупами, это возня, конечно. Все, уже вечер, устали, сейчас заходим домой. Он говорит, можешь завтра попробовать сделать эту вот крышу, немножко сделать. То, что вот этот хозяин тогда отрезал здесь, чтобы пристроить здание. Крыша держалась, надо, чтобы везде доски выпирали, на которые надо прикручивать. Посмотрим. Завтра весь день, если что, попрожусь за этим. Сегодня мы возились, хозяин еще привез 3 дерева, посадил. Сегодня пиляли. Вот теперь этот остров, как говорится, зачистили. Там хотел зачистить от сорняка всего. Здесь и перепилили. Сколько машины? С машины перевозили. Сейчас покажу сзади сколько. Это ко мне подходит, говорит, пошли на это, на байдарке прокатимся. Я думаю, ну ладно, давай. Если чего, может быть, в следующий раз осенью еще повторю. На байдарке прокатились примерно 1 километр вверх по течению. Вот куча. Накидали мы. Огромная куча, накосили. Как подсохнет, наверное, сжигать будет или пускай гниет здесь. Все. Завтра четверг. И потом уже, завтра последний день.
и в пятницу в 4 часа вечера я уже улетаю в Виннипег, как говорится. Если по прямой, примерно 2000 километров. 13 июня утро. Сейчас меня закинут в город, потом они поедут к дочери там помогать. Я в городе свои дела делать буду. Я когда здесь был в сервис Ontario, забыл спросить. Мне адрес надо поменять, потому что тогда, когда я машину ставил на учет, нужен был адрес канадский. И я взял адрес их дочери, потому что они еще тогда дом не купили. Сейчас они уже дом купили. Хочу узнать, если ничего не стоит, никаких денег, то я сейчас поменяю адрес для машины, ну, права водительские, на их адрес, потому что я большинство живу у них, не у дочери, поэтому желательно, чтобы письма приходили к ним на адрес. Поменял адрес на водительских правах, он говорит, это на бумажник от машины, тоже надо поменять адрес. Я говорю, о, я забыл с собой взять. Он говорит, это желательно в дальнейшем сделать, но я не планировал там менять адрес, потому что там страховка еще годная. Сколько-то там пару месяцев еще годная страховка. Если я поменяю адрес на бумажнике, то они будут совпадать адрес со страховкой. И такой дурдом немножко. Поэтому я не буду это сейчас делать. В следующем году, может быть, или осенью. Новый паспорт придет, он говорит, через 3 недели примерно. Меня уже здесь, конечно, не будет. Сейчас я иду в банк. Вот Scotia Bank. Я хочу сделать тут аккаунт. Потому что у меня другой банк, CIBC. И в том году я заметил, если я снимаю в других банках, они снимают с меня какую-то сумму там денег. Не знаю, там, скажем, примерно $5 за каждую съемку наличных. А вот Scotia Bank не брали ничего. Поэтому я хочу у них открыть аккаунт. И, если что, хранить деньги. Открыл новую конту. Открывается быстро. Сначала говорят, у тебя есть это, ну, ты записан? Я говорю, нет. Я здесь новичок, и поэтому она меня быстро приняла. Другая женщина услышала в кабинете меня. Говорит, ладно, я с ним займусь документами, потому что у нее сегодня день бумажный такой вот. Буквально, может быть, сейчас не знаю точно времени. Полчаса, наверное, прошло. Открыл аккаунт и карточку. И еще у меня остались деньги с прошлого года еще. $4000. Потому что я тогда снимал, хотел покупать машину. Но, как говорится, не нашел вторую машину. И не стал покупать плохие машины, поэтому остались 4000. И я как раз смотрел в банке их, в моем банке. Я сейчас нахожусь в одном банке CIBC, там маленький процент на сохранение денег. Тут побольше, тут какая-то новая программа, она даже не знала. Говорит, вот благодаря тебе я узнал, что сейчас новая программа появилась. Короче, там на 90 дней новички, если закидывают деньги в сейвингс, сейвингс это для сохранения, на короткое время, ну, в любое время вообще ты можешь деньги снять. Это такой вот, как у нас, ну, в Германии тоже называется, такой Tagesgeld. И там 6% дают на 90 дней. Потом это падает, как у нас везде в Германии также. Это завлекалово, чтобы пришли новые эти клиенты. И после 90 дней спускается потом этот процент. Короче, туда я закинул свои 4000. Интересно, карточку получаешь сразу. Она мне дает карточку. У нас в Германии ждешь карточку, пока придет там неделю или две. И бюрократия намного сильнее, чем здесь. Я теперь спокойно это сделал. Сейчас иду в библиотеку загрузить мое видео за прошлую неделю, то, что прошло. А вот следующее видео уже будет загружаться в Манитобе. Я завтра уже улетаю в Оттаву, Виннипег. Я не рассказывал про цены, как я покупал билет в Канаду. Билет обошелся в 520. Но я заранее, когда смотрел еще, было пораньше немножко. И если ты бронируешь раньше, чем, скажем, там за месяц до отлета, то цены были ниже. В том году я вовремя купил билет, самая низкая цена, 480 евро. Туда и назад, в Канаду, Германия, Франкфурт, Торонто я летел вчера, в том году. За 480, это очень дешево. В этом году подороже, потому что были сначала цены по 480, но я думал, подожду еще, и вот. Прошла неделя, и она начала подниматься уже. Я думал, надо хватать. 520 тоже не очень дорого, нормально.
Потому что другие люди летают в сезон, вообще платят там по 1500 евро за полет туда-назад. Здесь уже окраина этого поселения. И тут вот такое здание, написано Тим Хортон, ну потому что спонсор был Тим Хортон. И это вот какой-то крытый спортзал какой-то такой вот. Как будто надувная подушка. Сейчас вот следующее здание, вот после белого идет серое, и там это библиотека. Билет в Виннипег я купил вроде $120 я заплатил. Это Оттава, Виннипег. И тоже я мог бы купить пораньше, было бы дешевле. Но я думал, надеялся, что куплю здесь какую-то технику для знакомых в Виннипеге, в Манитобе, и пригоню ее. Но не получилось, и поэтому буквально за неделю купил билет. Я мог бы подождать еще, скажем, я посмотрел там где-то 21-го, мог бы тоже купить. И билет стоил примерно 80 евро. Уже, как говорится, дешевле. Но я не стал ждать, потому что мне время, как говорится, жалко терять, потому что для путешествия планирую как можно больше использовать лето, потому что в августе уже начинает холодать. Поэтому потом посмотрим. Планы большие у меня на путешествие, пока ничего не хочу говорить, потому что будет, может, меняться. У меня планы ехать в сторону Аляски на мотоцикле. Там у моей тети стоит моя техника, моя машина, моя лодка, мой мотоцикл эндуро. И там я хочу привести лодку в порядок, привести мотоцикл немножко в порядок для путешествия и ехать уже на мотоцикле в сторону Аляски, а там уже выбирать какую-то трассу и ехать по ней. Зашел в библиотеку, пока мое видео загружается, я тут попросил информацию для пути в Аляску и вот в Канаду. Он мне дает пару информаций, книжки дает мне. Здесь, например, информация, где находятся все эти ключи, горячие ключи, где бьют. Вот я тоже сфотографирую сейчас нужные карты, чтобы потом узнать. 14 июня, почти обед. Я позавтракал, начал собираться, упаковываться, уже собрался. Сейчас прогуляюсь немножко по участку и уже будем обедать, и потом повезут меня в аэропорт. Вот вчера закончил здесь вот крышу, починил, завозился долго, тоже полдня где-то возился. Сперва надо было открутить старые поврежденные железные листы, вставить, встроить туда эти рейки, которые были обрезаны, укрепить. И потом уже поверх опять прикручивал листы, они железные, их просто так не проткнуть, это болтами. И приходилось гвоздь, молоток брать и продырявить. Потом также здесь было тяжело, потому что вот такой сильный наклон, они падают вниз. Хозяин довольный. Короче, здесь закрыл, починил. Тут весь этот сарай, который здесь был, навес или как его тут называется, пристройка, убрали вот листы с этой крыши. И вот здесь пристроили. Вот птички уже ищут себе там место. Так вот выглядят рейки. И здесь вот, не знаю, почему хозяин это срезал, убирал. Она вот выглядит даже, ну, как вот здесь вот тоже прикрыта. Все, сейчас пройдусь немножко по участку, к речке спустюсь, покормлю немножко комаров, и уже ехать надо. Возвращаться буду осенью сюда. Я начал упаковывать вещи. Понятно, что одежду я брать не буду. У меня там в машине в Манитобе лежат достаточно вещей. Вещи оставляю здесь. Я взял с собой тогда, когда я на машине сюда ехал, я спальник брал с собой, это пенку тоже. Такая маленькая тонкая пеночка. Я ее оставляю здесь. Здесь пруд был, как мне хозяин сказал, что здесь был раньше у первого хозяина пруд. Он здесь качал воду с речки и, может быть, использовал для себя, как купаться, плавать. Потому что у него было повреждение спины, и, видать, он для этого сделал. Так, где я был, остановился? Вещи, то, что я брал, спальник, у меня довольно маленький. Я его привез в Германию, он такой летний, тонкий, не очень толстый. И поэтому много места не занимает, но все равно место присутствует. И вес там, может быть, 0.5 кг. Как здесь пахнет травой кошеной.
Хотя я уже давно здесь не косил. Вот эта вот вся трава уже подсохла, который начал косить. Потом меня позвали. А нет, дождь начался сильный. И я бросил здесь косить. Как кажется, не закончил. Хотя хотел все срезать, потому что везде это в такой глубокой, высокой траве, в таких джунглях, водятся комары, всякие утвари. Вот это вот. Ну и бабочки здесь летают красивые. Я впервые видел такие огромные бабочки. У них такие накрыли, как хвостики. Белую я встретил там одну. Ну, при мне не было камеры, чтобы заснять ее. Телефон не таскаю с собой везде. Речку слышно хорошо с моего окна, если ночью спишь. Поэтому иногда я прикрываю, чтобы ее не слушать, чтобы спокойно спать. Короче, у меня сумка полная. Переживаю, что вообще-то у меня дешевый билет, и там разрешается только одна сумка, ну, рюкзак. Если берешь вторую, то надо платить. Единственное, у меня пенка не помещается в сумку, она будет снаружи. Я не думаю, что они будут к пенке придираться, потому что ее можно между ног положить. И все, она и по весу, и ничего не мешает никому. Лягушка. Мы тут вот, когда? Вчера? Не, позавчера мы плавали здесь на лодке. Не туда, потому что туда, говорят, много камней. Мы плавали вот туда, вверх по течению. Где-то километр проплыли. Потом развернулись. Хорошо, почти нет камней. Ну, то, что дожди шли, и вода немножко поднялась, то понятно, что здесь такая вот преграда небольшая. Каменистый. Я так думаю, последний хозяин, он здесь это специально так сделал, чтобы накапливалась вода. Ой, это невозможно. Мошки, куча. Не могу стоять здесь. Короче, все, я упаковался. И жду момента отъезда. Не голодный, но придется покушать, потому что пока я буду... Приземлюсь я часов 6, потом заедем в азиатский магазин. Там самое раньше, что прикольно. У меня есть, конечно, с собой эти такие овсовые печенья, все такое. Вот она мне, хозяйка напекла мне эти кукис, печенья такие шоколадные, тоже возьму пару в дорогу. Бутылочка воды я тоже могу везде купить. Здесь вот целая полянка. Везде здесь много этой земляники. Надо просто... Сверху не так видно, а когда садишься на колени, видно везде эту ягоду, она прятается под листочками. Можем походить, но мошка вообще жрет. Вот как сейчас солнце, если здесь сюда выйдет, то они исчезают. Они не хотят на жаре быть. Сейчас пособираю, покушаю немножко ягодку. Все, собрал свои сумки. Одна вот такая вот на пояс сумка, пенка, куртка. Все, в путь. Сейчас меня везут в аэропорт. Заехали по пути в банк, я снял деньги, потому что вчера я был в банке, забыл. Все, сейчас по проселочным улицам пробираемся до города Оттавы. Примерно 100 километров, час езды примерно. Я не тороплюсь, потому что 4 самолета, сейчас примерно час. Фермы. Едем мы по хайвею в сторону города Оттава. Приехали в город Оттава. Сейчас едем в аэропорт. Он находится на южной стороне города. Поэтому мы едем с края города. До центра далеко. Все, приехали в аэропорт. Сейчас еще пару минут, и я буду в здании искать место, где мне получить билет. Я вообще-то в интернете уже сделал чек-ин, но мне не дали этот QR-код, билет не дали. Мне так сказали, что компания, видать, дешевая, и надо идти на кассу и там получить билет. Все, зашел вот порт, тут один гейт только, видать. Вот смотрю, мой самолет как раз вовремя, Виннипег. Летит 22-я стойка. Посмотрим, где здесь, и делаем чек-ин. Нет, в другую сторону 22-я. Там... Мне компания Porter. А, вот она. Сначала подошел к этим автоматам, написано там, моя компания была написана Porter. Я задаю номер, не получается, что-то ошибка какая-то. И подошел совсем другой стойке, там тоже было написано Porter для Канады. И мне выдали, как говорится, билет такой вот, все. Сейчас идем на проверку где-то там спереди. И уже спускаемся вниз, как она сказала, и там уже ждем
посадку. Когда-то я на мотоцикле проезжал этот город. Был буквально сутки. Ходил, но в то время вот это главное здание прилетал президент американский. И вокруг самолет крутил, полиция, солдаты были. Короче, не мог я попасть в это здание. Поэтому я не задержался долго и поехал дальше потом в Торонто. Все, контроль, проверку прошел. Загрузка примерно через час. У меня время есть походить, посмотреть. Аэропорт довольно маленький. Здание примерно как в Штутгарте, даже меньше, мне кажется. Один самолет стоит. И все. Спустился я вниз. Здесь вот такой длинный коридор. Мне сейчас надо до 22-й стойки идти. Здесь магазинчики всякие, ресторанчики, запеканочки всякие. Сейчас попросил человека сделать фотку. Красивое было вот наружу, со стекло. Но солнце слепило, и я не мог, как говорится, хорошую фотку не получилось. Засвеченная. А так, блин, клево было бы. Сейчас посмотрим, если увижу еще хорошее место, сделать фоточку с рюкзаком, как я выгляжу. Вот такие вот маленькие самолетики. Мне говорят, что я тоже на таком маленьком полечу. Надеюсь, не с пропеллерами, потому что они шумные. Я хотел сиденье поменять, но там дополнительно платить $30 за сиденье, если хочешь выбрать. И у меня будет посередине. Получается, там 4 ряда только сиденья, поэтому самолет небольшой будет. Также хочу рассказать про финансы немножко, какие затраты идут. У меня с прошлого года еще оставались канадские деньги, примерно $220. И я почти все $200 потратил буквально в эти первые 2 дня в Монреаль. Там кое-что покупал, товар, все такое вот. Потому что другие деньги, там билет на поезд, это я карточкой платил немецкой. И все автобусы, это как раз деньги, которые я из своей машины вытащил там. Тоже канадские деньги. А вторую неделю я уже почти ничего не тратил, ничего не покупал, потому что я был у своих канадцев. Они меня кормили, я им за это, конечно, помогал. Все, сейчас лечу в город Виннипег. Там меня забирает дальний родственник, тетя. И мы заедем в магазин азиатский, там немножко прикупимся. И потом едем домой к ней. 100 километров до ее дома, поэтому раз уже в городе, надо воспользоваться шансом, чтобы уже немножко в азиатской прикупиться, что я люблю. Ну и как, может быть, сувенирчики какие-то там для своих знакомых русских и немцев. Я всегда привожу какие-нибудь сувенирчики. У меня сейчас с собой есть там кое-что с Турции показать, угостить их, попробовать рожковое дерево, по-английски короб. Привез с собой. Здесь такого вообще нету. Мне нравится, я все время его использую в путешествии, кушаю по Германии также. Ну и вот думал, привезу им, попробую. Многие люди не знают, что такое. Какое здесь движение. Ну все, у нас сейчас начинается уже должна посадка. Самолет уже пролетел, выгрузился. Наверное, чистится, сейчас лечу. Ну по правилам уже должны загружаться. Турбиновый, не пропеллерный. Осталось 10 минут до взлета. Затянулись они туда.